Здравствуй, дорогой зритель. Сегодня будем вспоминать страповку. Вот такая у нас есть уже подготовленная площадка. Приготовлена подушка из песка. Вон сложены плиты бэушные. Сняли оттуда, где они уже не нужны. И будем стелить там, где они будут нужны. Есть плиты без петель. У многих возникает вопрос, как ложить плиты без петель плотно. Стропы вытаскиваются и образуется щель. И как сделать, чтобы этой щели не было и лежало все плотно и красиво. Примерно так. Уже несколько положили и все плотно красиво. Хотя петли, как видите, не везде, а стропы довольно-таки толстые. Сейчас покажем, как это делать. Я работал на заводе сталеваром. За смену сталкивались со страповкой очень много, причем ситуации в основном нестандартные. К примеру, вытаскивали кадушку со шлаком там, где крановщик абсолютно не видит все команды по рации. И в большинстве случаев страповка в одиночку. Сам цепляешь оба края и сам отцепляешь. Тоже требует особых навыков. Здесь с одной стороны проще, с другой стороны немножко сложнее. Сложнее в том плане, что на заводе кран строго ездит вперед-назад, влево-вправо, а здесь нужно регулировать стрелой. А проще в том, что здесь целая команда, никакой сложной страповки, все просто и открытая местность, и все видно, и абсолютно ничего не мешает. Ну, поехали, переложим плиты и будем укладывать. Эту плиту надо скантовать, то есть перевернуть другой стороной. Сейчас мы это сделаем. Правда, рядом легковая машина. Надеюсь, мы ее не подровняем. Разве что немножко. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Еще, Джамал. Ниже Джамал, чтобы было. Не, вот попусти. Во-во-во-во. Как это все было. Да она поднимется, сюда подтянется и положится. Все будет аккуратно. Все, машина не пострадала. Поехали дальше. Вот эта щель, о которой я говорил, когда нет петель, вытаскиваются стропы и неизбежно образуется такая щель. Сейчас покажем, как мы эту проблему решаем. Вот таким образом цепляется новая плита, так же как и предыдущая. Каждая так без петель цепляется. И подбивается следующей предыдущая. И укладывается. Бросай, и так далее. Поперачат. Сейчас наглядно все это покажем. Ой, подбивать уйдите нужно оттуда. Той стороной, где нет тросов, чтобы не испортить стропы. Не сильно. По очереди, тот край или в центр бейте. Чуть ниже. Уйди нахер. Еще разок. Чуть ниже. Промажет нас. Я говорил чуть ниже. Чуток вниз. Скомандуйте, немножко ниже. Еще разок! И идеально! Сильнее. Не, не надо сильнее! Все! Порядок! Как видим, получается все плотненько и красиво. И так далее. Опа!
вернулись. Не. Зачем? Так. Мы будем пить. Ломать. Ломать не строить. Только аккуратно. По центру бейте. Давай ближе к этому краю, наверное. Нормально, давай еще. Стоп. Села? Да, она уже это. Итак, каждую плиту, которая без ушек. Вот, наконец-то мы все закончили. И вот такая у нас получилась площадка. Для бэушных плит все идеально. Причем плиты разных размеров и разной толщины. Сейчас все просыпем песочком. Пройдут дождики. Все промоется. И еще раз при надобности просыпем. Вот так вот площадка выглядит уже после первого дождя. Все ровно и аккуратно. Заезжаешь практически без скачков. На сегодня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока.